Ну же, надо выбираться отсюда. Алькатрас, идем. Ну же, надо выбираться отсюда. Он заперся в офисах руководства, где-то там. Охрана там отличная, вживую сейчас с ним не увидится. Поверь, я пыталась. Тебе придется прорываться. Я поднимусь на площадку и подготовлю вертолет. Вытаскивай его и тащи ко мне. Вытащи его и сядем где-нибудь, где сможем развязать ему язык. И я буду на связи, если что. Иди. Доступны тактические возможности. Старт включен. Найти и спасти Харгрива. Найти Джейкоба Харгрива и разобраться с ним. Маскировка включена. Маскировка отключена.
женщина. Вот и ты. Тесей, наконец-то! Я рад. Скудная награда для таких усилий. Открыв лабиринт, ты ожидаешь хотя бы увидеть Минотавра перед смертью. Ну что ж, так будет честнее. Идем. Маски прочь. Я здесь. Ты в шоке? Могу понять. На твоем месте я бы воспарил. О, эти скачки пульса, иллюзия полета, вброс адреналина в кровь. Такое сладкое чувство. Увы, я не испытывал такого очень давно. Уже больше 100 лет мои развлечения являются исключительно умозрительными. Я вступил на путь, с которого ушел Карл Раш. Долгую дорогу к бессмертию. Я хотел надеть костюм пророка, взять оружие, которое он нам дал, его броню, войти в лабиринт и убить Минотавра. Но теперь... Ты закончишь то, что начал пророк. Уходи оттуда, Алькатрас. Нет. Стой! Тебе нужна последняя часть загадки. Там, на столе. Возьми шприц. Взять шприц. Возьми. Да, вот. Тунгусский материал. Ключ ко всем вратам. Я сидел в этом мерзком городе от большой любви. Ты их ждал, да? И никого не предупредил. Кого? Все человечество? Что ты натворил, старик? Они здесь, ты... О, да, Нейтан, хозяева здесь. Будят системы и греют котел. Они возвратились в свой старый дом. И что они здесь обнаружили? Паразитов. Можно ли их винить?
О, ангелы смерти пришли. Вернете меня к человечеству? Что-то вы долго. Стань пророком. Возьми его броню. Сразись за свой бит, за человечество, во всей его ничтожной власти. Да, иди, иди, быстрей, спаси нас. Это Джейкоб Харгрейв. Я говорю на основной командной частоте, Сэл. Командор Локхард мертв. Я скоро к нему присоединюсь. Призма же взорвется в ближайшем времени. Если мы хотим остановить пришельцев, нам остается надеяться только на продукт. Поэтому оставьте враждебность и помогайте ему всем, чем только можете. Пока идет эвакуация острова. Все комплексы призмы будут закрыты через 10 минут. Действие всех контрактов аннулировано. Покиньте призму через указанные выходы. Алькатрас, крыша разрушена. Здесь нет ничего, на чем можно взлететь. Решали. Я направляюсь в Москву, в Пинскую. Встреть меня на дальнем конце, если сможешь.
Послушай меня, Алькатрас. Харгрив никогда не блефует. Здесь все сейчас взлетит на воздух, сваливай оттуда. Алькатрас, не тормози. Мы идем через город с точкой встречи. Быстрее! Нужна помощь! Давайте сюда! На Манхэттен. Потеряем костюм, потеряем все. Всегда хотел знать о загробной жизни. Хоры ангелов и гиена огненная – это все, конечно, пустой трек. Но если в детстве научен бояться ада, с годами не разучишься. По правде сказать, у меня уже было несколько загробных жизней. Вот это, например. Сплошное чистилище. Почти полвека плавать в контейнере с раствором, как заспиртованный экспонат, зажатый между видеоэкранами и системами камер, только мысли так и ползут по силиконовым кишкам. И сна, без отдыха, постоянно думая о мире, который больше не будет. Если жизнь после смерти, я лучше предпочту забвение. Спасибо.
мосту.
Группа спецопераций? Вы что, от ЦРУ? Почему вы сразу не сказали? Эй, Гулд, хватит, не могу больше. Но я мог бы тебе помочь. Да уж, точно. Погодите, вы должны мне помочь найти этого парня. Вы ведь уверены, что он ключ ко всему? Костюм! Алькатрас в комплекте с костюмом. Вот наше оружие. Да, Чайна, есть что-нибудь? Чисто, мэм. Зачистка завершена. Идем обратно вдоль берега. Не думаю, что мы... Вот! Это его сигнал! Есть! Чайну! Быстро к машинам! Он наш! Сюда! Мы здесь! Сюда! Господи, я думала, ты уже давно кормишь рыб на дне. Что ж, прощай, Харгрив. Теперь мы сами за себя. Рад тебя видеть, старина. Слушай, я придумал... Все потом, профессор. Лекцию продолжите. Читать по дороге. Сюда, быстро! Постройте цепь в парке. Сесть в машину. Алькатрас, чувак, ты это сделал. Поехали! Слушай, Алькатрас, что обнаружилось в памяти пророка? Похоже, база цепов находится прямо под резервуаром в Центральном парке. Туда ты и отправился, пророк. Там у них главный распределитель спор, вообще центральный пункт. Если ты в своем костюме туда проникнешь, у нас есть шанс нанести удар цепом в самое сердце. Ох, надо пробиться в парк, пока еще время осталось. Отходим! У канале, мэм, и так продолжай. Полковник Бартли, это лейтенант Тара Стрикман от группы спецопераций. Мы на пути к центральному парку, вооружены. Идем выбивать оттуда цепов. Захватили транспорт цел. Нужна поддержка с воздуха. Поддержите? Мисс Стрикман, это Бартли. Слушайте внимательно. Я только что с боевых действий. Дрались против Пентагона. Как ты тут решил, что ядерный удар по Манхэттену? Это неплохая идея. Сэр, но это везде. Город полон народа. А еще есть группы из Джерси. Понимаете, радиации и самокоя. Они не смогут. Еще как сделают, мисс Стрикман. Для них это необходимый план, чтобы остановить цепу. Здесь как раз занимаюсь тем, что предлагаю альтернативы. И работенка это сделает. У вас есть краткий промежуток времени, за который нужно сделать все, что вы планируете. Но потом, в общем, вы поняли, да? Никак нет, сэр. Профессор Джунг убедил меня, что у нас есть шансы победить, но действовать надо быстро. Повторяю вам, будете участвовать. Контакт! Огонь! Вот, черт, сильней! Оставайтесь на связи, лейтенант. Я прикину, что можно сделать. Субтитры сделал DimaTorzok.
Алькатрас, отзовись! Черт, где его сигнал? Алькатрас, если ты меня слышишь, я включаю наш маячок. Поднимись на возвышенность и поймай его сигнал. Нас тут прижали, цепи повсюду. Я постараюсь пробиться к Баркли. Доступные тактические возможности. Маскировка отключена. Полковник Баркли! Сэр, где моя поддержка с воздуха? Мы тут зажаты! Посылаю штурмовик к вашей позиции! Стартует от Магуайра! Но у цефов там какая-то глушилка сигнала стоит! Так что пилоту нужна помощь в прицеливании! Если Алькатрас с вами... Алькатрас, поднимайся наверх! Авиация уже в пути! Алькатрас, мы летим вслепую. Нам нужно видеть цель. Срочно! Указать место засады цефов.